А вот этот стайный охотник – почти родственник человека. Шимпанзе. У человека и шимпанзе ДНК совпадают на 98%. А значит, они – наши ближайшие родственники. Когда-то шимпанзе считались строгими вегетарианцами. Теперь мнение изменилось. Шимпанзе – одни из самых хитрых убийц в природе. В некоторых частях Африки один шимпанзе съедает до 900 килограммов мяса в год. Как и люди, они общаются с помощью сложных звуков. Этот шимпанзе подает сигнал, что пора охотиться. В подобные группы охотников может входить до 30 членов. Поиски добычи могут длиться до 4 часов. Они охотятся на 25 видов животных, включая небольших антилоп и диких свиней. Шимпанзе нашли свою любимую добычу. Красного колобуса. Вот когда выручают мыслительные способности. Шимпанзе занимают позиции на верхушках деревьев, окружая обезьянок. Пути к побегу отрезаны. Начинается настоящая охота. Самцы и колобусы отбиваются. Но это битва Давида против Голиафа без использования пращи. Шимпанзе весят в 6 раз больше. Дети и матери разделены. Выбор очень прост. У шимпанзе острые зубы. Но чтобы убить жертву, они используют гравитацию. Кидает ее со смертоносной силой на жесткую поверхность. За одну подобную атаку шимпанзе могут убить полдюжины обезьян, хотя обычно жертвой становится лишь одна. Так же, как и у львов, в группе доминируют крупные самцы. Они едят первыми. Но сильно отличаясь от львов и имея сходство с людьми, самцы делятся едой с членами своей семьи и союзниками.